Крипта. Сейчас вам просто покажу. Смотрите, вот здесь вот по каждому инструменту, да, вы видите экран, у меня везде стоят уровни. Видите? Пока инструмент к уровню не подойдет, я вообще ничего не делаю. Вот вообще ничего не делаю. Пока инструмент не подойдет к моему уровню, вот он, видите, хай-фай. Я его давал хай-фай на шорт. Вот посмотрите внимательно. Вот это самое главное. Каждый день я делаю вот такую вот домашку. Каждый день, видите, у меня вот такая вот домашка по всем инструментам. Окей, смотрите, давайте вот с самого начала. По всем инструментам у меня есть, отлично, у меня есть уровни. Периодически, если уровень начинает пилиться, его можно немножко переадаптировать. Например, вот здесь вот, смотрите, дневка начала пилиться, можно переадаптировать уровень. И если он четко соответствует, например, 27400, 27400, значит, это действительно новый уровень. То есть, если, видите, появляется лимит, то это новый уровень, который нужно учитывать. И дальше вот смотрите внимательно. У меня по всем инструментам стоят близлежащие уровни, на которые в первую очередь я обращаю внимание, видите, как они себя ведут. И базируясь на этом, я даю так называемые рекомендации. То есть по каждому инструменту, видите, вот хай-фай стоял очень сильный уровень, и, по сути дела, я на него обращаю внимание. Вот так вот, видите, я стараюсь брать каждый инструмент, и там, где я понимаю картинку, например, вот как там BLZ, да, я сейчас вам покажу BLZ, мы сегодня давали 21-25, и по каждому инструменту, где я вижу фаворитную мне картинку, неважно на лонге или шорт, видите, я иду по каждому инструменту, и по каждому инструменту у меня везде стоят уровни. И потом я начинаю смотреть, как себя ведет инструмент. Вот сегодня я вам покажу очень интересную картинку. Кто у нас в про-канале? Поставьте плюсики. Кто у нас в про-канале? Сейчас вам кое-что покажу. Так. Окей. Смотрите. Сегодня я дал вот эту вот бумажку Storch. Видите, стоят два плюса. Эта бумага чисто памп. Откуда я дал? Это был уровень вот здесь впереди. То есть чисто через ложный пробой. Да? Вот сейчас я вам покажу, откуда был дан этот уровень. Чтобы потом не было вопроса. Вот он, уровень Storch. Смотрите, видите, мы сделали ложный пробой и очень красиво, спокойно со стопом откатились. То есть ваша задача как трейдера вот так вот себе сделать уровни, все себе распределить. И тогда вы сможете спокойно все отторговывать. То есть очень важный фактор того, что инструмент должен вписаться в ваш сценарий, а не наоборот. То есть если вы сидите и видите, что инструмент делает не то, что вы себе прописали сценарий, вам этот инструмент изначально не нужен. В этом у вас есть самая большая проблема.